Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня я вам расскажу о том, как я ухаживаю за своими кудрявыми волосами. Первое средство, с которого я хотела бы начать, это кокосовое масло. Я наношу почти всегда его за 30 минут до мытья волос. Я наношу его на всю поверхность волос. Кокосовое масло не только быстро впитывается, оно еще также и увлажняет и придает здоровый вид волосам. Следующее средство, на которое я хотела бы акцентировать свое внимание, это кондиционер. Купилась на Estelle, Otium называется, Wave Twist для вьющихся волос. Это бальзам-кондиционер. Он идеально распутывает все узелочки и, конечно же, хорошо увлажняет ваши волосы. Все средства — это самый лучший в мире крем для кудрявых волос. Я перепробовала просто кучу их, каких у меня их только не было. Но Deva Curl Super Cream Coconut Curl Styler — это просто лучшее средство для ваших кудрей. Это средство мне открыл мой парикмахер. Не слишком сильно фиксирует, и волосы не становятся похожими на чипсы. Очень странное сравнение. Во-вторых, идеально увлажняет, идеально укладывает волосы. По мне, так это самое лучшее средство. Я его советую для всех типов кудрей. И вы обязательно должны его попробовать. Волосы не жирнятся. И идеально сохраняет свою форму в течение нескольких дней. И, наконец, самое последнее средство, которое я открыла совсем недавно. Это масло-флёр для волос. Наношу я его всегда после сушки уже или перед тем, как я выхожу из дома, обязательно. Это ателье фирмы Hair Oil плюс Fleur. Во-первых, волосы не слишком сильно жирнятся, они придают им здоровый вид и приятный запах. Я его наношу только на кончики, иногда я наношу на всю поверхность волос, но чаще всего только на кончики, чтобы придать им более здоровый вид и чтобы они выглядели более увлажненными. Кстати, у нас тут недавно вышла песенка. Если вам понравилось видео, то, конечно же, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что еще будет много-много видео про кудрявые волосы. Если у вас имеются какие-то вопросы, то вы можете задать их в комментариях. Спасибо всем!